Готовы служить? Давай же! Готовы служить? Пехота в пути! Какие координаты? Перемещаю орудие. Распоряжение? Да. Иду. Да. Быстрее. Жду приказов. Пехота в пути. Пехота готова. Пехота идет. Слушаю. Готовы служить? Пехота идет. К бою готов. Готов выполнять приказ. Распоряжение. Приказы. Техника готова к работе. Да. Орудие готово. Я готов. Слушаю. Грузовик снабжения готов. Поживее! Да? Иду туда, где я нужен. Транспорт готов! Орудие готово! Давай же! Так точно! Я готов! Двигаю орудие! Приказы? Ясно! Жду приказов. Артиллерия готова! Да. Распоряжение? Есть! Я готов. Жду распоряжений. Идет врач. К бою готов. Вперед! Распоряжение. Поживее! Да. Иду. Ожидаю приказов. Уже иду. Пехота здесь. Пехота идет. Да. Пехота готова. Поживее! Слушаю. Грузовик снабжения готов. Грузовик снабжения готов. Распоряжение? Грузовик снабжения готов.
готовы служить! Пехота идет! Распоряжение! Пехота идет! Давай же! Пулеметчик здесь! Пехота готова! Готовы служить! Приказы? Жду распоряжений. Пехота идет! Пехота готова! Пехота в пути! Медпомощь нужна? Да? Бинты у меня готовы. Быстрее! Распоряжение? Распоряжение? Орудие готово! Я готов! Да. Слушаю. Поживее. Готов выполнять приказ. Слушаю. Так точно. Орудие готово. Двигаю орудие. Распоряжение? Уже иду. Пехота здесь. Пехота в пути! Пехота готова! Пехота идет! Жду распоряжений. Приказы? Слушаю. Орудие готово. Готов выполнять приказ. Орудие готово. Орудие готово. Орудие готово. Давай же! К бою готов. Жду приказов. Распоряжение. Готов выполнять приказ. Пехота готова.
Пехота здесь. Распоряжение? Да. Так точно! Готов выполнять приказ. Так точно! Готов выполнять приказ. Поживее! Готов выполнять приказ. Давай же! Жду распоряжений. Техника готова к работе. Ожидаю приказов. Слушаю. Слушаю. Распоряжение? Да. Распоряжение? Готовы к атаке. Уже иду. Бою готов. Врач здесь. Я готов. Слушаю. Нужны патроны, топливо, ремонт. Так точно. Приказы? Солдат ПТ-войск идет. Приказы? В темпе. Артиллерия готова! Да. Готов выполнять приказ. Готов выполнять приказ. Да. Распоряжение? Готовы к атаке. Готовы к атаке. Координаты? Приказы? Поживее! Слушай. Распоряжение? Пулемет готов. Солдат ПТ-войск идет. Распоряжение? Слушаю. Пехота готова. Пехота в пути. Пулеметчик здесь. Давай. Приказы? Будет сделано. Готовы служить? Давай же! Да. Перемещаю орудие. Пехота готова. Уже иду. Распоряжение. Будет сделано. Ну уже. Жду распоряжений. Есть! Пехота готова.
Иду! Какие координаты? Поживее! Готов выполнять приказ. Перемещаю орудие. Готов. Будет сделано. Готов. Понял? Готовы служить. Распоряжение. Поживее! Уже иду! Распоряжение. Пехота в пути! Грузовик снабжения готов! Двигаюсь! Я готов! Пехота в пути! Я готов! Распоряжение? Готов выполнять приказ. Ожидаю приказов. Да. Готовы к атаке. Я готов. Да. Я готов. Давай же! Да. 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 Давай же. Поживее, неприятель! Готов. Слушаю. Я готов. Так точно! Готов. Солдат по этой войск идет. Артиллерия! Огонь! Техника готова к работе. Так точно! Пли! Приказы? Пли по цели! Заметили неприятеля? Так точно! Солдат ПТ войск идет. Слушаю. Грузовик снабжения готов. Ясно. Я готов. Defight. Понял. Засекли врага. Распоряжений. Идет врач. Ожидаю приказов. Врач идет. Медпомощь нужна? Ясно. Готовы к атаке. Да.
Готовы служить. Я иду. Нужны патроны, топливо, ремонт. Понял. Вижу цель. Распоряжение. Распоряжение. Готов. Пехота здесь. Пехота в пути. Жду распоряжений. Ожидаю приказов. Так точно. Грузовик здесь. Давай же. Координаты. Приказы. Есть. Да. Слушаю. Пехота готова. Слушаю. Пехота в пути. Приказы. Пли! Готовы служить. Убейте их! Готов. Устроим охоту на танки. Бинты у меня готовы. Двигаюсь! Приказы. Стреляйте! Ожидаю приказов. Двигаюсь. Распоряжение. Я готов. Пехота идет. Жду распоряжений. Иду. Грузовик снабжения готов. Поживее. Ожидаю распоряжений. Пехота идет. Пехота здесь. Пехота в пути. Пехота здесь. Ожидаю распоряжений. Есть. Орудие готово. Координаты. Солдат ПТ войск здесь. Есть. Приказы. Приказы. Координаты. Орудие готово. Перемещаю орудие. Приказы. Пехота в пути. Я готов. Пехота в пути. Неприятель! Слушаю. Пехота готова. Есть! Пехота здесь. Приказы? Двигаю орудие. Да.
Уже иду! Ожидаю приказов! Так точно! Жду распоряжений. Солдат ПТ войск идет. Слушаю. Да. Ожидаю приказов. Давай же! Пехота в пути! Есть! Ожидаю приказов! Готов! Пехота идет! Я готов! Пехота готова! Замечен враг! Ожидаю приказов. Солдат ПТ войск идет. Приказы? Двигаюсь! Обнаружен противник! Пехота здесь. Распоряжение? Артиллерия! Огонь! Пехота здесь. Есть! Двигаю орудие. Пехота в пути. Готовы служить? Ожидаю приказов. Пли по цели! Да. Координаты? Координаты? Готовы к атаке. Распоряжение? Так точно! Орудие готово! Двигаюсь! Нужны патроны, топливо, ремонт! Пехота готова. Готова служить. Пехота идет! Слушаю. Пехота идет. Координаты? Солдат ПТ войск идет. Распоряжение. Поживее. Готовы к атаке. Да. Распоряжение? Слушаю. Thank you.
ну же. Готовы к атаке. Иду. Грузовик снабжения готов. Поживее. Какие координаты? Какие координаты? Готов выполнять приказ. Поживее! Ожидаю приказа. Да. Распоряжение? Готов выполнять приказ. Распоряжение? Готовы к атаке. Противник. Да. Приказы? Распоряжение? Нужны патроны, топливо, ремонт! Иду! Ожидаю приказов! Есть! Жду распоряжение. Атаку! Ожидаю распоряжение. Открываем огонь! Орудие готово! Нужен враг! Жду распоряжение. Какие координаты? Блин! Обнаружен противник! Да! Врача! Да! Двигаюсь! Огонь! Мы готовы! Пехота в пути! Пехота готова служить! Какие координаты? Устроим охоту на танки. Жду приказов. Давай! Я готов. Готов выполнять приказ. Давай! Иду туда, где нужен. Lunedì 12 luglio 1943. Speravo che Leningrado sarebbe stata liberata prima dell'estate, ma da marzo ho ricevuto pochissime notizie della mia città. Spero che Zhukov riesca a salvarla dall'assedio. Nel frattempo mi sono unito all'avanzata di Rokossovsky verso ovest. Abbiamo impiegato solo qualche mese per respingere i tedeschi e avanzare verso il saliente di Kursk. Ma all'inizio di luglio la battaglia si è inasprita. E sapevamo che i nemici pianificavano un contrattacco. Rokossovsky doveva difendere Kursk a ogni costo. Se avessimo resistito all'assalto, i nemici non avrebbero più avuto forze sufficienti per sferrare altri attacchi. Io e i miei uomini dovevamo mantenere il controllo della zona vicino al piccolo villaggio di Poniri. Per quanto fossi orgoglioso di difendere il fianco nord, sapevo che gran parte degli attacchi tedeschi sarebbero arrivati da lì. Ma i miei timori si sono dimostrati vani. Gli uomini hanno resistito senza problemi. Non ho mai visto fare a pezzi così tanti carri armati in così poco tempo. Oggi sono davvero orgoglioso. Spero che Zhukov stia avendo fortuna a Leningrado. Ho impiegato le sue tattiche oggi e capisco la sua predilezione per i T-34. I miei carristi ne hanno fatto ottimo uso in questa difesa. Ci sono vittorie che vanno festeggiate con bandiere rosse e bevute con i compagni. Ce ne sono altre, come quella odierna, in cui si combatte per giorni, si distruggono centinaia di carri armati e alla fine non si è avanzato né indietreggiato di un passo. In ogni caso, penso che oggi abbiamo gettato le basi per la sconfitta del nemico.